На Краснолиманском направлении в районах Торского участка и Серебрянского лесничества противник с целью восстановить утраченные позиции предпринял 7 попыток атаки позиций российских войск. Слаженными действиями передовых подразделений группировки войск «Центр» при поддержке огня, артиллерии и ударов авиации нанесено огневое поражение по штурмовым группам 21-й, 42-й и 63-й механизированных бригад, а также 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Потери противника составили более 40 боевиков, уничтожены бронированная машина и 2 автомобиля-пикап. В рамках контрбатарейной борьбы скрыто и подавлено более 20 артиллерийских позиций противника. Поражен 120-миллиметровый миномет с расчетом. Авиации группировки «Центр» нанесено 8 ударов, из них по 4 удара по скоплению живой силы и огневых средств украинских войск в районах населенных пунктов Новосадовая, Червоная, Деброва. Средствами противовоздушной обороны сбиты 2 беспилотных летательных аппарата типа «Фурия» или «Лека-100».